Тебе, дорогая церковь, мы приехали, я приехал с сестрой Еленой из города Харькова, мы приехали в Болгарию тоже работать, на работу. Бог привел так, проработал в моей жизни. Но я хочу засвидетельствовать за себя, о своей славе Божьей, которую Иисус Христос как спас меня, как исцелил, что Он сделал в моей жизни. Ну, год и 3 месяца назад еще вернуть, я младенец в Иисусе Христе. Я еще был, ну, жил в грехе, употреблял алкоголь, наркотики. Ну, в общем, был разрушен, моя жизнь была разрушена. Но благодаря Иисусу Христу я уехал на реабилитацию. Мне помогли братья, брат Игорь у нас в Харькове. Он отправил меня на реабилитацию в город Борисполь. Ну, и там я проходил реабилитацию. В церкви Покров Божий. Пастырь там Антон Литвин, я благодарен ему очень, он сеял слово, спасибо ему очень, я принял там водное крещение в августе прошлого года, ну и я чувствовал, как Бог проводит во мне работу, как я менялся, и ну, родом я из Харькова, потом в феврале вот этого года я поехал в город в Харьков, в церковь «Новое поколение», где пастырь Антон Тищенко. Ему я тоже очень благодарен. Благодарен нашему директору Дмитрию Лаженко. Приехал я на центр реабилитации. Ну, я как уже приехал в Иисусе Христе. Все, я с Богом. Для меня уже ну, было все хорошо. Я был свободен. Почувствовал эту свободу, когда я приехал домой первый раз, и я встречаю своих бывших знакомых, и они мне предлагают, ну что ты, Саня, будешь? А я ему говорю, нет, я говорю, исцелен, и тебя, говорю, давай я тебя отправлю, говорю, на реабилитационный центр, поедешь, ты бросишь, ну, почувствуешь себя радостным, счастливым без этого всего. Я раньше не мог радоваться так, как я радуюсь сейчас в Боге. Ну, приходит эта радость, а раньше я радовался, пока я что-то не употреблю, ну, я радоваться не мог, честно. У меня силы воли не было вообще, ну, честно, вам говорю, вот, свидетельствую о славе Божией, так что я благодарен Иисусу Христу, спасибо тебе, Отец Небесный, за силу, за слава тебе. Спасибо тем братьям, спасибо вам, церковь, что дали возможность свидетельствовать здесь о славе Божьей. Аминь.